Ну что ж, ребятки, сегодня будет необычное видео, поэтому я с вебкой. Сегодня будет максимально просто трэш. Я думаю, по названию ролика вы догадались, но подобного я еще не записывал. В этом видео вы увидите, как я буду работать дальнобойщиком без прав. То есть, мало того, что я буду без прав, меня будет колбасить, меня просто будет по всей дороге швырять, я буду врезаться, и за то, что я врезаюсь, я буду получать звезды. То есть, в этом ролике я хочу поработать хотя бы полчаса и посмотреть, реально работать без прав, и как быстро меня повяжут мусора. Видео будет максимально смешное. Я надеюсь на ваши лайки. Также не забывайте подписываться на канал. Ну и конечно же, пацаны, конечно же, вводите мой самый лучший промокод. Пишите /mm, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Вам всего лишь нужно будет скачать уровень. Промокодик можно вводить на любом сервачке. Многие скажут, что я долбоеб. Я как бы этого не отрицаю, но, пацаны, подобного никто не записывал. И я люблю записывать то, чего не записывал никто. Единственное, что осталось, это проебать права. И сейчас мы это сделаем. Мы просто едем такие ла-ла-ла, тра-ля-ля, у-ля-ля. Летим просто. И хуяк. Все. Пизда. Можете реально спросить у любого, кто меня знает, кто со мной катает, кто со мной в дискорде. Я права проебываю постоянно. Постоянно, блять. Но сейчас я это сделал специально. Все, я пидорас. Ой, я без прав, понимаете, пацаны. Я, конечно, ездил без прав, пацаны, но я хочу реально поработать нормально. Нормально хочу поработать долго, блять. Получить пизды, потом сидеть в тюрьме, нахуй. Все, я все бабки положил. У меня 0, 0, пацаны. Еще есть нитро, третий чип, газол, ебать. Я без прав пердолю, блять. Курва. Так, я могу проезжать на красный, мне похуй, потому что я без прав. А когда ты без прав, тебе похуй, правильно? Ну шо, ребятки, блядь, начинаем нахуй. Это пиздец просто, блядь. Нахуй я вообще такое придумываю, пацаны. Это пизда просто. Я и так еле отсюда выезжаю, нахуй. Не то, что, блядь, ехать. Я, сука, еле выезжаю, блядь. Главное просто не въебаться. И самое интересное, то, что я делаю это не ночью, понимаете? Ладно, ночью, когда светофоров нету, людей, блядь, мусоров, нахуй. А я делаю это, блядь, час пик, нахуй. 9 часов вечера, пацаны, лайн 300 человек. И я пердолю, блядь, без прав, нахуй, понимаете? Не, пацаны, это прям очень жестко. Это прям пиздец. Я не знаю, это хардкор, нахуй, какой-то. Ебать его пидорасит, блядь, гандона. Держи, сука, держи его, нахуй. Напишите, реально, вот, несмотря на видос, напишите ваши ставки. Как быстро меня въебут просто, блядь. Или как быстро я разъебусь. Блядь, у меня еще ремок нету, я забыл. Ой, я долбоеб, еще без ремок поехал, блядь. Извиняюсь за мат, пацаны, его будет много в этом ролике. Тихо, 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 молодой, блядь. Ты куда собрался, блядь? Бля, в юшку это будет пизда прям, пацаны, это прям будет пизда. Это прям будет такая пизда, блядь, там так... У такая нахуй будет пизда просто, понимаете? Но я это сделаю ради контента, нахуй. Ну, блядь, две звезды, нахуй. Ёбаный ты в рот, блядь. А прикинь, от мусоров, ебать, без прав, да, уезжать? Кайф, да? Кайф просто. Когда ты просто не можешь придвигаться, еще потом от мусоров по педалям давать, это будет вообще пиздец. Ой, блядь, сука! А-а-а! Ой-ой-ой-ой, ебать, засейвил, пиздец! Извиняюсь, пацаны, если я ору просто, блядь, надо микрофон, наверное, подальше поставить, блядь, сука. Но это, пацаны, чисто такой эмо... Блядь, ебать его в рот, нахуй, эмоциональный ролик. Так, 200, блядь, хочу... Ой, блядь, он пидорасится как жестко. Ой-ой-ой-ой, блядь, пизда, еще один, нахуй. Еще две звезды, пацаны, еще две, уже 4. Тихо, молодая, сука, львица, блядь, ты моя царица. Давай, давай, держи его, держи. Да знаете, как, блядь, рыбу нахуй ловишь, блядь, и у тебя, сука, наклюет, и ты ее, блядь, подсекаешь, нахуй. Это же то же самое, пацаны. То же самое просто. Ты подсекаешь этот газон постоянно. Так, еду 170, блядь. Меня пидорасит пиздец. Главное, чтобы меня еще админы не въебали, блядь. Просто меня админы тоже могут въебать за то, что я, типа... Ебать, там елик улетел, нахуй. Я хуею, блядь, без баяна. Мне еще через кольцо надо проехать. Ёбаный в рот, еще две звезды. Блядь, я еще и сломался. Блядь, пизда. Маруся, блядь. Ой-ой-ой, еще меня въебались. Ой, блядь, пизда вообще. Прям вообще, все, в тотал, нахуй. Нету. Да, я видос снимаю просто. Да. Серьезно? Конечно. Правда? Да. Все, я теперь популярный? Конечно, 1 000 000 подписчиков у тебя в Инстаграме. Я благодарю. Давай, удачи тогда. Давай. А, ты почини, кстати? Было бы нихуево. Тихо, тихо, тихо! Аккуратно, ебать, тут, блядь, мужик нахуеет без прав, блядь. Ебать! А, короче!
карусели ебучие. Это пиздец просто. Бля, 24 года нахуй, он, сука, смеется, блядь, в игре, бля, это пиздец. Все-таки это развлекательное видео, чтобы вы поржали, посмеялись, поулыбались, и я его поднял настроение. Не, ну пацаны, согласитесь, ебать, но такого никто, блядь, не делал. Таким долбоебом могу быть только я. Только я могу быть таким долбоебом, поэтому запомните. Но у меня хорошие новости, ебать, мы доезжаем, пацаны, мы уже почти доехали. И я заработаю 40 кесов, нахуй. Склад, лесорубы там и так далее. Мы можем поехать на склад, но это будет пизда прям жопа. Я буду брать чисто далекие рейсы, чтоб прям вы смотрели, как я страдаю, понимаете? Бля, ну это пизда. Если меня реально мусора найдут, это все. Это, блядь, конечная нахуй. Это до свидания, Санта-Люсия, мама Мария, блядь. Сухарики придется вам тюрьму мне везти, понимаете? Ну, нахуй оно кому-то надо, блядь. Я уже въебался два раза и сломался, понимаете? Да, блядь, я думал, будет полегче на самом деле. Я прям ожидал другого, пацаны. Контролю, контролю, блядь, контролю. Тихо, тихо. Опа, опа, 360, блядь. На нахуй, пидораска, блядь. Так, 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 пошел, уже дымлюсь. Ебать, даже ремку еще не проебал, прикиньте. Еще даже ремку я, ну, не потратил, пацаны. Успех, успех, блядь, пизда, пизда, пизда. Тем временем, пацаны, у меня уже 6 звезд, я проебал одну ремку. Так, 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 давай, 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 давай. Пошел, пошел, родной. Куда ты мне звонишь, вот куда ты мне звонишь, брат, ебать. Я без прав еду, алло, алло. Прием. Так, мы довезли рейс, я заработал 44 кеса, и сейчас давайте возьмем, я не знаю, сколько, на сколько рейсов у меня хватит, меня уже пидорасит по всему складу, но я еду, я стараюсь, я держу. Блять, мне пизда, мне пизда, мне пизда. Я и так без прав еду, блядь. А, он один, блядь, тихо. Тогда, ебать, еще не все потеряно. Перестрелка, перестрелка. Нам пизда, у тебя белка. Так, я не знаю, что делать, пацаны. Я еще с лаунчера, блядь, я его просто не перестреляю. F100 скинул, блядь, разворот нахуй. Помогите, сука! Мне пизда, мне пизда, мне пизда! Мне пизда! Мне пизда! Мне пизда! Хелпа, быстрее. Ай, открой, открой, открой! Газу, газу, газу! Ей, пожалуй, я наработался, ебать, хватит, нахуй, спасибо, блядь. Сейчас починю газончик, ебать, и рейсик тудысь, ебать, и все. Не, ну а хули, я зря туда ехал, чешу, ебать. Не, я рейс отвезу, пацаны, не. Не ебет, ебать, не ебет. Я рейсик сейчас довезу все-таки, ебать, куда хотел. А походу не довезу, блядь, походу не довезу. Ой, блядь, аккуратно, тихо, тихо, тихо. Так, он за мной едет, ебать. Пошел нахуй, пидор! Вода! Пизда! Пошел нахуй, сука! Помогите, блядь! Пидорас, ебаный! Пидор! Пошел нахуй! Помогите, блядь! До особо добежать надо, сука! У меня же палец болит бежать! Пидорас, сука, заебал. Ебать, видос убатовый нахуй. У меня ни тегла, ни хуя, ебать, это вообще пизда. Блядь, не, ну видос, пацаны, прям бомба просто, я не знаю. Ну, не, пацаны, я больше катать не буду, пацаны, ну, в этой серии. Если наберете много лайков, повторим. Реально повторим, но вы сами видели то, что, ну, на волоске, блядь, был нахуй. Еще чуть-чуть бы меня бы выебали в жопу, поэтому, пожалуй, пожалуй, пацаны, я не буду дальше работать. Сейчас довезем, я думаю, рейс. F-SOS, пацаны, полезная тема, понимаете, реально. Полезная тема, оказывается, ебать. Да, конечно, пацаны не очень быстро приехали, но если бы не приехал бы, получается, круассан, Алекс Круассан, который на М4, то меня бы выебали просто. Поэтому всем, кто мне помогал, огромное спасибо. Я думал, мне все пизда. Было бы их двое, пацаны, было бы реально их двое, если бы он не был бы один, мне было бы пизда. Поэтому я выжил, но это еще не конец, потому что я еще звезды не снял, поэтому мне бы звезды снять, тогда это будет уже конец. Блять, пидорас. Ебать ты пидор. Сука, только хотел газон починить, ебать, он гандон, бля. Ебать, я довез рейс, нахуй, довез рейс, пацаны, нормально все, нормально, ебать. Мужик, нахуй, мужик, блядь. Кто мужик, нахуй, я, блядь. Ладно, так, сдаем рейс, все. Глушу мотор, ебать, в пизду. Короче, беру вертолет и иду снимать звезды, пацаны. И все, я ебал, пацаны, я ебал просто. Это, наверное, будет самый веселый видос, который был у меня на канале. Сейчас берем быренько вертолетик, ебать. И улетаем в закат, просто, реально. Просто летим в закат.